Приветик всем, ребята, с вами ваш Кент АПК, и сегодня вышло крутое обновление в игре Blood Strike, и это ваш Кент АПК, и я, как обычно, на проводе. Хотя как-то двухзначно звучит, но я, ребят, надеюсь на то, что вы у меня порядочные и подумали правильный смысл данного слова. Ну что ж, давайте я вам расскажу, что же добавили, что же изменили и вообще, ребята, сделаю полный обзор данного обновления. Ну что ж, давайте по порядку. Версия этого обновления 4.9.0. И самое первое, что бросается в глаза, это, ребята, обновили иконку Blood Strike. Туда добавили такую новогоднюю PNG-шапочку. Ну, я надеюсь, вы все поняли. Ну, блин, кто не понял, о чем я? Давайте, ладно, сейчас вам покажу. Это, наверное, половина не поняла, о чем я. Так, сейчас, пацаны, сейчас покажу. Сейчас, смотрите. Так, давайте, выходим. Вот, блин, так. Вы, короче, не смотрите, это секретная папка. И как мы видим, ребята, обновили иконку Blood Strike. Вот о чем я говорил. Как мы видим, наш персонаж теперь в новогодней шапочке. Ну, как по мне, довольно-таки неплохо. Что же добавили дальше? Ребят, потому что это далеко не главное обновление. Самое первое, что бросается в глаза после этой иконки, это, ребята, обновили фон. Фон стал гораздо круче, потому что прошлый фон уже просто-напросто всем надоел. Я считаю, что надо как минимум раз в пару месяцев менять фон Blood Strike, потому что старый уже просто-напросто приедается. Но это, ребята, далеко не все. И самое глобальное обновление, которое добавили в этой версии, это у нас... Сейчас я вам еще покажу. Играть. Нам надо зайти в магазин. Скин игрока. Ну, вы сейчас все сами поймете. Ну? Ну? Пацаны, вы поняли? Вы поняли, о чем я? Да вы что? Теперь можно сделать свой скин. Настал этот момент, ребят. Наконец-то можно сделать свой скин. Блин, как я долго этого ждал. Очень классно, очень круто. Как же долго я хотел какого-то небольшого разнообразия между тремя скинами. Потому что надоело, ребят, всего лишь было три скина. Ну уже вот тут эти три скина. Ну хотелось больше, хотелось большего. И наконец-то, ребята, мы можем сделать свой скин. То есть тут большой выбор разных шмоточек, допустим, можно поменять нашу кофточку, там одеть бронежилет и так далее. А если правильнее, не одеть, а надеть, а то будете меня в комментариях исправлять. Ну, в общем, ребята, все сделано очень круто, очень классно. Блин, большое спасибо Рустаму, он просто красавчик. Вот если смотрит это видео, добавь, пожалуйста, какое-то мое видео в раздел видео. Ну, ладно, не буду попрошайничать. Ну, короче, ребята, очень классное обновление. Штанишки, да вы чё, я прям теперь у мамы Бондик. А ну-ка, давайте я сейчас сам себе подберу скин. Так, ща мы, ребят, сделаем себе пацанский скин. Так, слушай, давайте себе сделаем какого-то фрика. Нормально, опа. О, все, ништяк, купил себе женскую голову. Так, теперь давайте дальше. Так, чё мы шмоточек себе купим? Так, это у нас, знаете, похоже на фартух, да, какой-то? Фартух для кухни, а не бронежилет. Чё мы выберем? Блин, даже не знаю. Так, ну давайте, наверное, пусть у нас будет такой грубый фрик. Он будет весь в черном. Опа. Да вы что, ребят, смотрите, да, вот это я красавчик. Вот теперь, вот вы теперь всегда будете знать, я фейк или не фейк. Потому что вот это мой новый скин. Ребят, запомните все его, пожалуйста. Потому что, ну, потому что вот он такой. Ну как-то стрёмно, да, выглядит? А ну, вот, можно еще ноги поменять. А ну-ка, что такого есть прикольного? Не, ну, в принципе, ребят, как по мне, вот этот вариант лучше всего. Вот это мой новый скин. Надеюсь, вы его все запомнили. Вот такой вот я красавчик. Правда, это женский скин, но ничего страшного. Кстати, Анетка, давай тоже собирайся денежки и покупайся тоже женский скин. Будем две подружки бегать. Ладно, ребята, в принципе, на этом все. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И, конечно же, прямо сейчас начинайте качать обновление Blood Strike, если вы его еще не скачали. Ну что же, вроде бы это все. Если я что-то пропустил, а я очень часто что-то пропускаю, напишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. И в конце данного видеоролика хочу к твоему вниманию представить увлекательный и крутой канал Кенни. Дружище, обязательно перейди, подпишись, поставь лайк, потому что парень снимает годноту. Допустим, как сделать шапку самому.
Ну ты не знаешь, но заходишь на этот канал, смотришь, как сделать красивый текст. В общем, ребята, очень много разных лайфхаков, очень много разных полезных новостей, полезных видео. Так что не пропусти и подпишись, как это сделал я. Ну что же, ссылочка есть в описании. И всем, ребята, пока.